Пачангас, пачангас, друзья. Находимся сейчас в городе Рим, в районе Конкодорро называется это место у нас. И вот только что я как бы типа заселился в номер, снял комнату у американки, у женщины-американки, которая уже 10 лет живет в Риме. И вот она мне вот такую вот расписочку сейчас дала, видите, бумажку дала мне. Вот, насколько я понимаю, 285 евро я должен еще заплатить. Я еще 100 евро заплатил. Вот, если я, конечно, все правильно понимаю. Может быть, это не так, но вроде все должно быть так. Вот такие вот дела. Комната, конечно, у меня как у этого, как у Раскольникова, наверное. Такая дряхлая вся. Но райончик мне нравится. Все, в принципе, мне все нравится. Вот так, в общем-то, не напрягает меня ничего. Сказала она, живи. Я тебя, говорит, английскому, если хочешь, научу. В общем, полный вперед, говорит, мне проект твой нравится, все нормально. Такие дела. Сама из Америки, из Нью-Джерси. Вот у нее там разные тренажеры стоят на квартире. В общем, разные такие вещи. Но квартира находится в таком полуподвальном помещении. То есть заходишь, ну я вам еще покажу комнату свою. Вот. Так заходишь, и она вниз как бы идет. Спускаешься типа в подвал, в подвальчик. Но окно есть, окно выходит как бы вверх. То есть можно видеть божий свет. Вот. Такие вот дела. Главное, что говорит, есть интернет. Будем надеяться, что это именно так. Поэтому я надеюсь, что смогу загружать видео, показывать вам, что здесь происходит, как протекает дальнейшая жизнь и путешествие в солнечную Калифорнию. На самом деле, можно было, конечно, еще искать эту хату. И даже, в принципе, можно было... Ну, дешевле не то, чтобы можно было найти, дешевле можно было. Но это сложно, можно было найти даже не то, что дешевле, а, возможно, чуть лучше саму комнату. Потому что вот эта комната, она такая, очень такая какая-то дряхлая какая-то. Вот, но я и сказал, мне главное эти чистые простыни, говорю, чистые вот это все дай. А остальное как бы, типа буду жить в антиквариате. Вот так, вот здесь вот у нас, отсюда у нас отходит автобус до центра, куда вот я сейчас должен ехать. Так, это не наш, кажется, она сказала 60-й. Сейчас мы посмотрим. Буду надеяться, что это так. Вот это место, это площадь, place, плаца, плаца у них называется. Площадь вот эта, плаца. Ты подойди, говорит, до плаца, и там дождись автобуса. Если пойти в ту сторону, можно пойти на метро. Вот я вам показывал, как мы сюда ехали, мы на метро ехали. А можно дождаться здесь автобуса. Скорее всего, я дождусь все-таки автобуса, это ближе и удобнее. И вернусь обратно в центр, в место своего сегодняшнего проживания. Также, возможно, у меня сегодня еще будут встречи, и я вам что-нибудь интересное покажу. Вот такие дела. Ну что, поздравьте меня с новосельем. Вот, жизнь продолжается, движение в Калифорнию тоже продолжается. Смотрите, Азор ТВ, двигаемся в Голливуд. Позже даст Бог на связь.